Привет всем, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Слуцкий Александр. Мы продолжаем свои приключения в мире Skyrim. Главный герой Алекс, все здесь. Заходим в собор Альфтант, мы все еще в Двемерских руинах. Блин, сколько здесь ловушек. На каждом метре буквально. Нет, как-то мне этот крик не нравится. Я думаю, ледяную форму попробовать можно. Замораживать. Ух ты. Какое большое пространство здесь. А видит или нет меня? Похоже, что нет. Есть цель! Не долетело, что ли? Да как же так? Или не действует на них? Ух, как тебя загнул этот друг. Как тебя загнуло? Оп. Давай, давай. Ох, ты попал. Ладно, плюс тебе. А еще попадешь? Еще попал. Что, трудно прицелиться, когда перед тобой цель мелькает, да? И бьет тебя мечом. Я представляю, вот еще усовершенствовать. И какой будет тест 6? Это же, блин, я не знаю, это просто хит, наверное, будет. Ну, хотя, опять-таки, много ожиданий. Посмотрим, что выйдет. Как-то игры в последнее время... С большими ожиданиями именно проекты немного разочаровывают. Не вижу никаких рычагов. Придется, наверное, обойти. Ну вот, я же говорил-то, что тут не один паук должен быть. Мы видели кладки Коруса, по-моему, да? На входе сюда. Может быть, и этих тварей встретим. Очень неприятных. На секунду показалось, что слева была дверь сейчас. Вот видите, яйца Коруса здесь. Но где они сами, понять не могу. Так, ладно. Мы здесь не пройдем. Как же быть тогда? Как нам быть? Вот с этим. Наверх попробовать подняться. Скорее всего, да. Да, здесь есть. Есть необходимый нам рычаг. Давай. Хорошо. Не разбиться бы только. Так, это интересно. Центуриончик! Центуриончик. Что будем делать с тобой? Избегает воздействия, ну, кто бы мог сомневаться-то в этом.
Ладно, мы с ними так справились. Очень много... Опа, ключ от подъемника. Это уже здорово. И нам как раз туда, да? Не убей его, мы бы никуда не прошли с вами. Блин, ну мне хочется осмотреться, естественно. Здесь сундук. На ученике. Который мы с легкостью взламываем. И ничего там путнего не находим. Но сейчас очень трудно для нас что-то путнее вообще найти. Сула, пора уходить. Разве мало было смертей? Они еще живы. О, конечно. Ты хочешь, чтобы я ушел? Так и ждешь, чтобы я повернулся спиной, чтобы вся слава досталась тебе. Не стоило себя. Значит, мне показалось. Так, они между собой. Я могу активировать. О-о-о, тихо. Так, они красненьким помечены для меня. Поэтому сейчас кто-то из них победит. Кинется на меня. Я жду, пока крик остановится на самом деле. Можно было бежать, да, просто не обращать на них внимания сейчас. А так интересно. Ты убила его, нет? Ты его не убила. Мана. Ведь не убила же. Ну да. Тебе казалось, я просто симпатичная мордашка? Полежи, подумай. Минус одна. Тарч кровожадности. Он наносит 3 единицы урона кровотечения в течение 5 секунд. Ух ты. Я думаю, надо его взять. Это редкий артефакт. Ты ничто, слышишь? Ничто! Воу! Воу! Сула, ты батя, что ты творишь? Дядя, имперский меч разряда. Нет, у тебя неинтересный артефакт. Вот и черный предел. Вперед. Ух ты. Ё-моё. Чё, всё, да, один выстрел был. Ну, конечно. Один заряд. Я его использовал просто так, чтобы разбудить всех. Так, ладно. Как тут красиво, а? Палмер, ночной охотник. Ты как-то сильно покоцанный, я смотрю, друг. Куда ты... Ой, куда ты лезешь? Так. Что-то я там взял. Мне ненужное. Еще один бежит, а? Блин, а? Музыка играет. Не нравится мне это. Куда-то сюда показывает мне на радаре подсказка. Ух ты. Алый корень Нирна мы нашли. Выяснить свойства алого корня Нирна. А это еще что за дрянь? Это детеныши. Где?
Вот и все. Надо было сразу так, наверное, да? Мусик Коруса, охотника, блин. Так, я понял. Ладно, тут пусто. Алый корень Нирна. Интересно. Это очень интересно. И вы слышали, как дребезжало все, когда мы рядом проходили? Я побегу лучше. Прежде сохранюсь. Если опять где-то... Я опять слышу. Еще один алый корень Нирна. Блин. Какое-то явно необычное место. Здравствуй. Встал, да? Давай помогу. Куда исцеляться? Отлично. Ух ты. Блин, а. Как же красиво. Опа. Тут еще и такие штуки водятся. Опасны ли они для меня или нет? Мать, дымок. Подруга. Кто ты такая вообще? Красиво выглядишь. Неплохо выглядишь, да, красиво выглядишь. Хотя нет, я ошибся. Фу, лысая. Смотрите, сколько их. Вы посмотрите, сколько их. Ладно. Тогда безжалостная сила. Чем они меня жгут? Чем они меня жгут? Хрен его знает. Прыгай, 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 прыгай. Тебе надо добить уже. Так. И что, все остальные пропали, да? Вот это существа. Что-то новое. Получаю стрелы, не пойму откуда. Придется идти дальше. Как-то подняться. Слышу. Слышу, слышу. Вот, мы вышли на дорогу. Блин, сколько там врагов. Ребят, вы видите это? Первый фалмерский прислужник пошел в жопу. Второй. Лежи. Так, собственно, фалмер. Пошел. Царапина? Мне с тобой. Так, знаю, знаю, что мне нужно. Нужно ускорение, ускорение нужно. Для ударов. Если у меня только есть меч нормальный. Где еще? Кто? Еще лучник. Да на тебе. Стрела в спине, так пафосно. С этими справились. А это что? Да чего же здесь красиво-то?
Особенно вот тут. Блин. Великан. Я вижу великана. Я вижу, куда мне нужно. Блин, ну я хочу вернуться. Во-первых, вот убить этого дядьку. А во-вторых, посмотреть, где у меня оружие обычное. Стеклянный меч эпический. Да, вот, он не заряжен ничем. Вполне можно тогда взять крик на увеличение скорости ударов. Элементная ярость называется. Да, я думаю, не лишним будет. Ух ты, я пошел в зал размышлений. Стоило ли? Мне кажется, рано мне сюда. Поэтому не стоит туда заходить. Значит, я правильно пошел изначально. Именно сюда нам нужно. Можно не через дверь выйти, а вот здесь. Так, великашка. Что мы будем с тобой делать? Охренеть. Охренеть, как сколько здесь места. Не кончилось действие крика. Все, кончилось, собственно. Я думал, еще кого-то придется встретить здесь. Ну, наверняка придется, но чуть позже. Огромная, огромная локация. Вижу, вижу дверь. Бегу к ней. Наверняка здесь эти алые корни нежно потом понадобятся мне. Как-то не хочется за ними бегать. Собственно, мы спускаемся или поднимаемся, не знаю. В башню Мзарк, наверное, поднимаемся скорее. Это ж все-таки башня. Вон оно как. Справа обойдем. Ни хрена. Придется обходить слева. Ого. Так. О, головоломочка. Да здравствует головоломка. Так. Понятно.
Здесь я понимаю выход. Я не понимаю, почему только две кнопки работают, остальные две неактивны. Сюда делаю. Понятно. Опа. Стоп, стоп, стоп. Абсолютно случайно получилось. Не понял, где? По крайней мере, мы попытались прочитать. О, это я? Или тут было? Нет, тут было. Теперь точно можем выходить. Можем же выйти мы отсюда, нет? Да-да-да. Ну что ж, друзья, вот такая вот пещера. Записать словарь мы так и не выполнили, кстати. Странно, но... Ого! Вы посмотрите, где мы вышли. Посмотрите, где мы вышли. Записать словарь мы не сделали. Странно, да? Поручил мне запечатлеть мудрость свитка в двемерском словаре с помощью какого-то устройства и затем принести словарь ему. Вон оно что. Так, ну тогда обратно бежим. Ну что ж, теперь для начала мы отдадим словарь.
Септимию. Быстренько до туда сгоняем. Ну и уже дальше по основной сюжетной линии. Как я разрешил эту головоломку, я сам не понял. Просто наугад тыкал. Ну и натыкал, собственно, получилось. Здорово, Септимий. Вот готовый словарь. Давай его, быстро! Невообразимо. Теперь я вижу. Запечатывающая структура рассекается на мельчайшие фракталы. Кровь двемеров может ослабить крюки, но она не течет в живых жилах. Доспехи их братьев можно собрать для факсимиле. Обман. Они такого не ждали, нет, даже они. Кровь альтмеров, восьмеров, данмеров, фалмеров и арсиверов. Живущие эльфы дадут ключ. Принеси себя к всему экстрактору. Он выпьет свежую кровь эльфов. Приди, когда соберешь все разновидности. Ого. Добыть кровь высокого эльфа, добыть кровь лесного и темного эльфа. Почему тебе так не терпится открыть ящик? В ящике и сердце, сущность бога. Я всю жизнь посвятил древним свиткам, но их знание лишь мимолетная догадка в сравнении с разумом божества. Последними его коснулись две миры. Все думали, что его уничтожил Неривалин, но мой господин сказал иначе. А кто твой повелитель? Дейдрический принц неведомого. Хермеус Мора. Я думал, что не осталось уже тайн для меня, пока не поговорил с ним. Он требует цену, исполнять его волю. Парочка убийств, раскол, эпидемия другая. Ради тайн я готов на это. Потом он привел меня сюда, к ящику. Но он не говорит, как его открыть. Сводит меня с ума. Ну что, мне кажется, нужно помочь, дабы избежать всего того, что он творит, во-первых. Хотя можно просто его убить, да, было бы логичней. А то только украсть. Но это же неинтересно. Как же мы добудем кровь-то? Можно себя порезать. Тогда у нас будет кровь высокого эльфа. Лесного темного фалмера орка. Наверное, это потом. Мне удалось найти необычный ингредиент, алый корень нирна. Выяснить свойства. Это тоже обратно нужно идти. То есть там где-то. Эх, зря я ушел оттуда. Все-таки рано, рано ушел. Починка флакона еще у нас. Работы Шалидора. Сколько мы набрали. Сколько мы всего набрали, а? Ведь не было ничего. Дравиния хочет получить морозную соль, да. Отлично. Ладно. Нам нужно прочитать... свиток. Там, где нам говорят. Так, вот этого я не ожидал. Подойди ближе. Окунись в мою ауру. Отвратительная бездна. Что ты? Я Хермеус Морра. Я страх невидимого. Знающий неведомое, я следил за тобой, смертное существо. И я доволен. Чего ты от меня хочешь? Твоя помощь Септимию делает его все менее необходимым. Он хорошо послужил мне, но время его на исходе.
Когда этот адский ящик откроется, Септим перестанет быть мне нужен. Когда придет этот час, ты займешь его место, станешь моей дланью. Что скажешь? Я бы сказал. Я никогда не присоединюсь к тебе, демон. Берегись. Многие так думали. Я сломал их всех. Ты не сможешь вечно прятаться от меня. Это мы еще посмотрим. Никто прятаться-то и не собирается, на самом деле. Ладно, нам нужно в глотку мира снова. Там прочесть этот свиток. Он у тебя. Кел. Древний свиток. Блин, Партурнакс, ты очень меня пугаешь. Квалос. Время дрожит от его прикосновений. Собственно, можно это делать, да? Твоя смелость достойна похвалы. Крифотокрин, теперь умри напрасной смертью. Четверо его родичей пали сегодня. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Калдор, Сори, Биркер. У них не было дракона боя. Как только мы его свалим, клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Велдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, нет, он мне не понадобится. Мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Алдуин приближается. Да будет так. Thank you.
обязан. Дай нам свое священное дыхание, чтобы этот доколор был услышан. Изыди, пожиратель мира, словами чьи кости старше, чем твои. Мы лишаем тебя места в этой эпохе и изгоняем тебя. Ты истина. Мы кричим, изгоняя тебя изо всех концов. Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами. Плохо тебя слышно, друг. Видели мы историю из прошлого. Ну и перекинули они его, получается, к нам, да, во времени. У нас теперь есть крик. Вот этот вот. Ваш голос поражает саму душу дракона, заставляя чудовище приземлиться. Какого хрена? Сейчас бы крик другой бы, а? Падаль. Ах, падаль. Ой, Партурнакс. Это же ты. За что я тебя бью-то? Это же добрый дракон. Может, ты спустишься, а? Поговорим? Блин. Придется мне снова драконобой брать. Падай. Что происходит? Чтоб тебе. Я не понимаю. Зачастую не могу понять, кто из них Алдуин. Давай, падай. Быстро. Элементная ярость. Тихо. Давай, руби его быстрее. Ушел. Так, берем обратно крик. Драконобой. Прячемся за камень. Ах, все равно попадает, а? Поджидаем перезарядки. Ах ты ж. Будет выстрел. Мимо.
О, хорош, Партурнакс. За что я тебя бил только, а? Перепутал с твоим братцем. Падай, Алдуин, уже, а? Он ведь убьет сейчас Партурнакса, нахер. Так, надо, чтобы он остановился, потому что я боюсь промазать. Вот-вот-вот. Он не хочет сам садиться, да? Умный очень. Попал? Да, да знаю же я, что нужно использовать. Блин, я, кажется, и на того, и на другого. Давай, падай. Нет, 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 магия. Ярость. Давай, 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 быстро, 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 быстро. Да как же так, он быстро улетает-то? Жесть. Ты сильный. Какой же ты сильный, а, засранец. Это только первая битва с ним у нас. Ох, больно. Ох. Ждем, 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 ждем перезарядки. Партурнакс, давай. Когда он в воздухе, твоя работа. Хорош. Вдвоем мы с ним справимся. Нужно только время. Хрен тебе. Давай вниз. Не буду уже крик менять. Бесполезно, он все равно очень быстро улетает. Бей, бей его, бей, бей его, бей. Ну, осталось чуть-чуть совсем. Офигенно, друзья. Мы справились с Алдуином. К сожалению, со звуком беда здесь. Не знаю почему, но плохо слышно все было, да? Но, тем не менее, мне кажется, все равно достаточно атмосферно все это было. Партурнаксом нам нужно поговорить сейчас. Ах, жесть. Лот Кронгра. Воистину у тебя голос, как у Дова. Союзники Алдуина дважды подумают после этой победы. Да тут не совсем победа-то. Алдуин ускользнул. Нили Врахин Мора. Верно. Это не окончательная Кронгра. Победа. Но даже герои древности не смогли одолеть Алдуина в открытом бою. Алдуин всегда был полог, горд в своей силе. Узнагар-пар. Он принял владычество как свое родовое право. Это должно поколебать верность дов, которые ему служат. Мне нужно узнать, куда же улетел-то Алдуин. Да,
Один из его союзников мог бы нам рассказать. Матмахус. Но нелегко будет убедить одного из них предать его. Возможно, Хавкас-Юн, дворец в Вайтране, драконий предел. Его построили, чтобы держать там пленного Дова. Хорошее место, чтобы заточить одного из союзников Алдуина, а? Ярл может не согласиться. Да, но твой Суум силен. Не сомневаюсь, что ты сможешь убедить его. Суум, это, я так понимаю, голос человеческий, ну, обычный. Суум Марк Мора. Или Туум, не понимаю. Ладно, не факт. Неважно, точнее. Поговорить с Ярлом Вайтрана. Ну что ж, отправляемся домой. То по эти серые гривы в обливе он провалились. Распутались с братьями бури. Ух, то получат по заслугам. Ну что ж, в следующей серии тогда будем решать проблему в Вайтране. То есть, как мы будем пленить этого дракона, я пока не совсем понимаю. Ну, то есть, я помню, конечно, как это все будет, но не помню, как это все организовать. Поэтому этим и будем заниматься, но в следующей серии. А пока, наверное, нужно навестить. Знаешь, на северо-востоке от пещеры мерцающий туман... Навестить-то навестить, только я, как обычно, начинаю блуждать по городу. Карта обновлена. О чем-то рассказал стражник. Я его не слушал, правда. Да-да-да, навестить жену нужно. Надеюсь, она еще не ушла от нашего долгого непребывания дома. Вот она. Это чудесный дом, любовь моя. Если не возражаешь, я открою тут лавку. Надо же и мне чем-то заниматься в твое отсутствие. Ох, Лида, Лида, Лида. Ох, Лида, соскучился я по тебе. Здравствуй, любовь моя. Ладно. Думаю, у тебя было немало приключений. Сил нет совсем, поэтому просто будем спать. Второй день руки дождя. Просто 10 часов. Ах, хорошо. Просыпаемся в объятиях любви. Здравствуй, любовь моя. Думаю, у тебя было немало приключений. И еще будет немало. Ну что ж, друзья, пойдем к Ярлу с самого утра. Подождем там в его дворце, как всегда. Но в следующей серии не забывайте про лайки и комментарии. Всем пока.